Этому дому по улице Дзержинского 55 лет. Он еще помнит имена героев Ордена Славы. Но сегодня, как считают жильцы дома, героев здесь не осталось, а слава уже давно превратилась в хулу. Коммунальщики из управляющей компании называют их склочными и скандальными, дескать, замучили жалобами. Главное, подумала Лариса Пантелеева, утверждает, все претензии обоснованы. Во-первых, убираются очень плохо. Во дворе, видите, у нас какая грязь. Зимой у нас, когда вот здесь вот, до сюда снег убирают, а вот здесь вот, где люди ходят, у нас старые люди, дом очень старый, соответственно, пенсионеров много. У нас женщина во втором подъезде вообще сломала ногу. Потому что ходить вот зимой здесь невозможно. Здесь вот такие колдобины. Потом в подъезде, вот сейчас коронавирус, не обрабатывалось ни разу. Дальше больше. Двери, по словам Ларисы Пантелеевой, в подъезде предлагают чинить самим, а уж если что потекло с потолка, пиши пропало. Вот здесь у парня текло все. Вот чтобы ему сделали все это, вот видите, что здесь вот получилось, здесь получилось. В течение месяца просили, чтобы все это отремонтировали. Потому что бесполезно просить. Жильцы 33-го дома от коммунального безразличия уже устали. Жалоб поднакопилось солидную пачку, но отреагировали в управляющей компании не на них, а на протокол собрания собственников, которые еще в августе большинством голосов постановили сменить управляющую компанию. И вот тут началось. С просьбой отозвать свои голоса коммунальщики обращались практически ко всем. Золотые горы, может, и не обещали, но, по слухам, кого-то освободили от части квартплаты за лояльность. А вот Ларисе Пантелеевой стали угрожать. Ну вот мы сходили в инспекцию буквально вечером, а утром мне позвонили в домофон и говорят, слишком много разговариваешь, скоро договоришься, ходи и оборачивайся. Заявление в полицию пенсионерка, конечно же, написала, но нам стало интересно, это кто тут пытается вернуть 90-е? МКД, сервис номер один, это преемница ЖЭО-1, которая, по словам жителей, тоже радости не приносила. В офисе компании нам ничего пояснить не смогли, вернее, сделали это с заковыкой. Коллективная жалоба по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей. Нам бы хотелось комментарий получить. А это вам надо в Лидерфонд, компания такая. Вот они сейчас этот дом как раз переводят, Дзержинского 33, и там как раз вот собственница, которая в 2002 году, мы комментариев не даем. То есть получается, если с претензиями, это к новой управляющей компании, которая, к слову, еще не вступила в свои права. А вот если собирать платежи, это к нам. Возмутительная избирательность. Руководителя нынешних управленцев на месте не оказалось, да и по телефону он был немногословен. Интервью никаких не даю. Пускай никто там обратился, пускай сами... Так, извините. Мы-то извиним, жильцы вряд ли. Значит, есть что скрывать. А ларчик-то просто открывается. С точки зрения собираемости, этот дом с пенсионерами один из самых образцовых в городе. 98%. Кто ж откажется от такого лакомого куска? Тарифы за жилой фонд и коммерческий сейчас 14,41 и 17,48. Хотя, по-честному, они должны быть идентичны. При этом они сильно отличаются от общегородской ставки – 13,26. Ну, товарищ, скажете вы, всего на рубль с копейками. Но это за метр. И ежемесячно. По году получается очень кругленькая сумма. Если мы правильно рассчитали, 1180. Любопытно, где они? Вот и нам тоже. И это при том, что даже у городских энергетиков есть к этой компании вопросы. Мол, чувствительность к обращениям граждан, мягко сказать, оставляет желать лучшего. К сожалению, у данных компаний скорость оперативности очень низкая. Поступают обращения, когда в дежурную службу города, если в случае выходных, в начале отопительного сезона также. То есть реакции своевременные от них мы не видим. Приходилось, кстати, запускать систему отопления с опозданием. Оно значительно позже начала отопительного сезона с помощью сторонних организаций. Де-факто свои обязанности эта управляющая компания, по словам жильцов дома 33 по улице Дзержинского, не выполняет уже давно. Де-юре новые управленцы должны вступить в права после Нового года. К ним кредит доверия у жильцов сегодня не ограничен. И на них возлагают большие надежды. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».